Сенечка, я знала тебя только по дому-два. Я любовалась тобой, смотрела на тебя. А теперь я буду тебя Богу молить, чтобы у тебя всегда было все хорошо. И спасибо тебе за твое доброе сердце, что ты еще молоденькая, совсем молоденькая, подумала о пожилой чужой бабушке. Спасибо тебе, я буду долго-долго жить и тебя вспоминать. Нет, вверх. Смотри. Он хочет за чайкой. Ай, Берт, нет, нельзя. Карантин – это не повод не быть красивой. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два, восемь. Неправильно посчитала, больше. А, правильно, восемь, да. Девочки, ну что, есть повод показать вам мои любимые духи. Ну, это, конечно, еще малая часть коллекции, которую я люблю. Недавно вам рассказывала про страничку, называется «Парфюм Мани». Сейчас я обязательно отмечу, там вот есть замечательная Оксана, которая помогает с выбором ароматов. У нее есть чудо-анкета, и с помощью которой она поможет вам обновить свой парфюмерный гардероб. Там есть описание ароматов, много полезной информации в постах. В общем, вы не останетесь равнодушными точно. Ну, еще Оксана мне позвонила и сказала: «Ксюш, слушай, на моей странице все время чуть ли не драка происходит, всех интересует вопрос, когда они заказывают у меня парфюмерию, каким же парфюмом пользуется Ксения». Во-первых, я вам сегодня показала, во-вторых, я дала интервью Оксане, там есть подробная, очень интересная информация по поводу моей коллекции парфюмов, поэтому переходите на ее страницу и читайте интервью. $10,000 из Швейцарии. Что за бетховен? Кушай. В последнее время очень много в отделении реанимации нам привозят молодых пациентов в крайне тяжелом состоянии, которым требуется проведение искусственной вентиляции легких. Реанимация работает. Слушайте, так как его нету на Netflix с переводом, то я просто вбила в Яндекс смотреть телефонистки с переводом на русский. Смотрите, оба артиста преследуют одну цель. Это хайпануть.
чтобы были просмотры, чтобы было обсуждение, чтобы показать народу, какие мы крутые, и смотрите, как мы можем. И здесь осуждать друг друга в этом вопросе, ну, мне просто странно. Вот когда осуждают левые какие-то факты про чипирование людей, 5G и все остальное, здесь я руками и ногами за вообще. Ну, правда, давать ложную информацию в массы, это просто зашквар. А все, что касается того, как люди себе зарабатывают цифры, ну, просто ругать одного за то, что делаешь то же самое фактически, просто называешь это другим словом. Я все прекрасно понимаю. Конечно, логичнее было бы посидеть и посмотреть прямой эфир, не знаю, какого-нибудь любимого там певца или певицы, который разговаривает с врачом. Но просто вы поймите, что сейчас людям это не нужно. Люди избегают новостей, да, и вообще не хотят включать телевизор, потому что они все и так уже запуганы, все переживают, больницы переполнены. И опять сидеть и обсуждать коронавирус никто не хочет. Или сидеть и обсуждать, не знаю, как красиво кто-то живет, тоже неинтересно. Или сидеть, смотреть рассуждения людей на вилле в Монако где-то, они тоже не хотят. Они хотят какого-то драйва, какого-то адреналина, какой-то клоунады, наверное, просто повеселить себя. И сделать так, чтобы их день... В любом случае не призываю людей творить дичь и говорить о том, что то, что сейчас происходит в прямых эфирах, это круто и хорошо. Но просто я могу оправдать людей, почему они это делают. Потому что они просто элементарно устали от негатива, устали от разговоров про коронавирус, они устали от вирусологов, и они хотят чего-то другого, понимаете? Даже они хотят этого цирка. Ну, посмотрят они на этот цирк. Самое главное, чтобы они не повторяли, вот и все. Хотела бы я, чтобы дети мои такое смотрели. Вы знаете, я не против того, чтобы мои дети что-то смотрели, да. Просто самое главное, какими мои дети вырастут. Для меня самое главное, чтобы они получили хорошее образование, чтобы они читали интересные умные книги и делали свои выводы, не шли за толпой. Да? Это, конечно, мне очень важно, и я их так воспитываю. Но запрещать им что-то смотреть, есть, конечно, рамки дозволенного, понятное дело, не все я им разрешаю смотреть. Но мы же все-таки говорим про взрослых сейчас, а не про моих детей. А если говорить про взрослых, то человек должен сам по жизни делать свой выбор. Вот и все. Каждый раз, когда я слышу про самоизоляцию, вот посмотрите просто парковку. Все поехали покупать занавески в Леруа и в Глобусе гречку. Смотрите, парковка. Она просто забита людьми. Вот Рига. Машины нон-стопом. Очень много. Так, мне пора заправиться. Нет, я не буду заезжать в магазин. Думала заехать, но нет. Что-то мне страшно.
Да не чихать, а голос, Берт. Гавкнуть надо. Голос. Да не надо чихать, Берт. Пёс совсем не хочет гавкать. Я знаю почему. Косточки нужно, тогда он залает. Ну давай. Тащи сюда. Босс! Босс! Хорошенький. Все еще спят? А ты что так рано проснулась? А ты что рано? Ты завтракала? Да. Нет. Нет? Будем учить Бертика. Он уже взрослый. Его уже не изменить. Ему 2 года. Бертик, сидеть. Уроку поймал лучше. Нельзя.